Всем привет! Сегодня очень быстрый и вкусный рецепт из молодых кабачков. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. У кабачков обрезаем хвостики. Затем натираем их на слайсы. Или нарезаем на тонкие кружочки толщиной примерно 2 мм. Лимон разрезаем пополам. Лук режем полукольцами. Укроп измельчаем ножом. Теперь берем лоток емкостью 2 литра. Отправляем туда кабачки. Лук. Укроп. Выдавливаем чеснок, добавляем соль, сахар, красный острый перец, французскую горчицу, выдавливаем лимонный сок, закрываем лоток крышкой. И хорошо встряхиваем, чтобы содержимое лотка как следует перемешалось. Дальше отправляем кабачки в холодильник на 20 минут. Вот и все. Быстрая и вкусная закуска из молодых кабачков готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.